Хореографическое училище, а ныне колледж, основано в 1945 году. За этот период подготовлено много поколений артистов классического балета. Среди них известные выпускники, художественный руководитель балетной труппы Большого театра Беларуси Юрий Троян, художественный руководитель заслуженного коллектива государственного ансамбля танца Валентин Владимирович Дудкевич, 13 народных артистов, 30 заслуженных артистов осуществляют свою творческую и профессиональную деятельность в ведущих хореографических коллективах страны. Колледж вносит значительный вклад в культурную жизнь нашей столицы и республики. С проектом «Мы белорусы» юные артисты, воспитанники колледжа, танцевали в Германии, Англии, Кении, Алжире, Италии. Творчество юных родной Беларуси показаны балеты «Щелкунчик», «Привал кавалерии», «Дон Кихот». Воспитанники достойно представляют нашу страну на самых престижных балетных форумах. Стала хорошей традицией проведения благотворительной рождественской акции «Дети детям». Мы приглашаем детей из детских домов, школ-интернатов, ассоциаций многодетных родителей, общественное объединение «Инвалиды». Очень приятно, когда приходят семьи, мамы, папы, дедушки, бабушки и дети разных возрастов. Всегда стоит атмосфера вдохновения, стоит атмосфера тепла, добра, потому что юные артисты дарят зрителям свою любовь, теплоту своих сердец, мир красоты и гармонии. Наше учебное заведение – это единственное в республике учебное заведение, которое профессионально готовит артистов балета. И, конечно, очень приятно и очень здорово, что мы удостоены такой высочайшей награды. Мы стали лауреатами премии за духовное отражение, которую нам вручил Александр Григорьевич Лукашенко.